Вот мы наконец-то нашли Ван Гога, Ван Гога, Ван Гога. Это портрет с отрезанным ухом. Но теперь здесь много картин Ван Гога, кстати. И вот теперь вопрос. Это оригинал? Это оригинал или нет? Пол Сезан. О, видишь, Пол Сезан. Там Матисс. Пожалуйста. Но неужели это все копии? Не может такого быть. Клод, вот, Клод Моне, смотри, тоже. Что это все копии здесь? Опять Клод Моне. И вот Винсент Ван Гог. И нас все гложет вопрос подлинности всех картин. Вот Поль Гоген. Здесь вообще такой зал классный. Ван Гог, вот Винсент еще один. Еще один Ван Гог. Этого чувака не знаю. А, Поль Сезан. Это все, как их называют? Модернисты. Эдгар Дега. И еще один Поль Сезан. И потом мы сюда переходим, и там будет Пабло Пикассо. Как его сюда запихнули, непонятно. Кстати, картина Ренуара. Он, кстати, тоже не такой старый. Они все современники. Джордж Брак, не знаю, кто такой. А вот еще две картины Пабло Пикассо. «Цветы и лимоны» by Пабло Пикассо и «Итальянская женщина». Класс. Еще Барселона Вичи. И вот, кстати, вот Марк Шагал, его картина «Русская свадьба», это тот, который расписывал в церкви Святого Петра здесь те самые витражи. Он, кстати, был из Витебска.